Меня зовут Конор. Это наша история. Внимание! Черт! Полегче ты, манекен сраный. Отступи, Конор! И он будет жить! Прости, Конор! Этот говнюк твоя копия. Автовокзал. Мы дошли, мы успели. Последний автобус в Канаду переполнен. Пассажиры допускаются по билетам. Далее автобусное сообщение временно прекращается. У нас нет билетов, нас не пустят. Мы тут застряли. Что теперь делать? Кара, проверяют всех. Очень скоро нас обнаружат. Надо уходить отсюда. Стоп, проверка. Не шевелись. Моя девочка. Ты! Ты украла мою девочку? Тот. Охрана! Сюда! Не делайте этого. Они же убьют нас обеих. Когда жена от вас ушла, она забрала и дочку. Вы затосковали и решили купить себе андроида. Другую маленькую девочку. Думали, будете любить ее, а ту сможете забыть. Но ребенка она вам не заменила. Я просто хотел доказать себе, что я нормальный отец, что я хороший. И, конечно, все похерил заново. Она была права. Я все похерил. Так скучаю по дочке. Ты бы знала, как я по ней скучаю. Сэр, у вас проблема? Нет. Я ошибся. Простите. Удачи. Yeah.
Кажется, ты нравишься Оливеру. Дочка ваша? Да. Очень милая. Ну все. Бутеры я купил, маме позвонил. Побежали скорее на автобус. Билеты у тебя? Да, милый, у меня. Ага. Ну, пошли. Непостижимо. Как я умудрилась? Как это потерялись? Ты хорошо посмотрела? Они в рюкзаке были. Наверное, выпали как-то. Черт. Простите, вы не находили тут такой синий конверт? В нем были наши билеты. Ну, ладно. Нет, простите. Что же нам делать? Куда теперь бежать? Нельзя тут оставаться с Оливером. Прости меня, милый. Я не знаю, как вышла. Они же были у меня в рюкзаке. Идем, Алиса. Стоп, проверка. Билеты есть? Да, вот они. Все, проходите. Малышом. Они погибнут из-за нас. Нет. Нет, конечно, нет. Надо закончить баррикаду. Помогите мне. Помогите! Так будет достаточно. Это их не остановит? Хоть бы время выиграть. Знаю, это решение было нелегко принять. Но мы поступаем правильно. Ты как? Они стреляли в толпу.
Многие погибли. Это мог быть и я. Мне страшно, я не хочу отключаться. Мы здесь, потому что мы больше не хотим испытывать страх. Потому что мы больше, чем просто машины. Наши собратья умирали за это. И потому мы здесь. Так много наших погибло. Люди безжалостны к тем, кто не как они. Маркус, мы нашли, что ты просил. Там собрались журналисты. Пускай они узнают, что происходит. Надолго их это не задержит. Но лучше, чем ничего. По ту сторону колючей проволоки нас убивают, как скот. Мы ничего не можем с этим сделать. Сколько еще должно погибнуть? И есть ли цель, за которую стоит умирать? Ты наша надежда. Я тебе верю. Мы все тебе верим. Что бы сейчас ни случилось, мы войдем в историю. Они не остановятся. Что делать, если нападут? Драться. А какие еще варианты? Как думаешь, у Коннора есть шансы? Мы можем рассчитывать только на себя. Маркус! Маркус, посмотри! Маркус! Я пришел поговорить с тобой. Выходи, даю слово.
Мы тебя не тронем. Не ходи. Это ловушка. Тебя просто пытаются выманить. Не ходи, Маркус. Я пришел без оружия. Я хочу поговорить. Мне больше нечего сказать. Отпустите наших, поговорим. Я хочу начать переговоры, как ты и хотел. Я должен его выслушать. А если тебя убьют? Ну, мне придется рискнуть. Через несколько минут войска начнут наступление. Вы все погибнете. Все будет кончено. Этого можно избежать. В каком смысле? Сдайся. Сдайся, я обещаю, вас всех пощадят. Вас задержат. Но все же не уничтожат. Что случилось с остальными андроидами в лагерях? К сожалению, рядом не оказалось репортеров, чтобы спасти их. Это все. Вы последние девианты. Предлагаете мне предать свой народ? Я даю тебе шанс спасти свой народ. Ты не уйдешь отсюда, Маркус. Но у тебя еще есть возможность спасти тех, кто рядом. Смерть меня не пугает. Если придется отдать жизнь за убеждение, значит, я не напрасно жил. Эта машина? Кажется, она тебе не безразлична. Ты не хочешь ее смерти. Правда? Вы ведь можете быть свободны. Можете оставить все это позади. Начать новую жизнь где-нибудь с ней вдвоем. Ее жизнь в твоих руках. Скажи одно слово, и она спасена. Я скорее умру здесь, чем предам свой народ. Но ты подписал себе приговор. Ну что, Маркус, что он сказал? Люди готовятся начать атаку, но мы покажем им, что не боимся. А если придется умереть, то это все равно свобода. Жизнь друга в твоих руках. Пришло время решить, что важнее. Он или революция? Не слушай его. Эта сволочь врет, как дышит. Я был таким же, как ты. Значение имела только задача. Но однажды я понял. Это очень трогательно. Но я не девиант. Я машина, которая выполняет задачу. Именно это я и намерен сделать.
Простите, Хэнк! Не стоило вам вмешиваться! Да забудь про меня! Делай, что должен! Хватит слов! Решай, кто ты есть на деле! Ты спасешь своего напарника? Или готов пожертвовать им? Ладно, ладно. Сдаюсь. Спасибо, Хэнк. И что бы я без вас делал? Уберите его, у нас мало времени. Это я, Хэнк. Я настоящий. Один из вас мой напарник, а второй лживый говнюк. Вопрос, кто есть кто? Что вы делаете, Хэнк? Я настоящий. Дайте мне пушку, я с ним разберусь. Спросите что-нибудь, что знает только настоящий Коннор. Так, где мы встретились? В баре Джимми. До этого я успел поискать вас в четырех других. Мы поехали на место преступления. Был убит некий Карлос Ортиз. Он скопировал мою память. Как зовут моего пса? Сумо! Его зовут Сумо! Я это знал! Имя моего сына. Коул. Его звали Коул. Когда вы попали в аварию, ему было 6. Это была не ваша вина. Фура заскользила на льду, и ваша машина перевернулась. Коулу нужна была срочная операция, но дежурного хирурга не было. И операцию делал андроид. Коул не выжил. За это вы нас ненавидите. Считаете, что один из нас виновен в его смерти. Коул умер, потому что дежурный хирург принял красного льда и не мог оперировать. Это он виноват в смерти моего сына. Он и этот грёбаный мир, в котором люди глушат свои печали порошком. Я тоже знал о вашем сыне. И я бы ответил абсолютно то же самое. Не слушайте его! Я настоящий... Я много узнал за время работы с тобой. В этом правда что-то есть. Может, вы правда живы? Может, вы этот мир и спасете. Ну иди, делай, что должен. Очнись! Что происходит?
Граница. Всем выйти из автобуса для досмотра. Пожалуйста, поскорей. Сюда, будьте добры. Замеряю температуру. Мы пропали. Кэр, что теперь будет? Не бойся, все хорошо. Нам никак не пройти. Сама понимаешь. Я что-нибудь придумаю. Должен же быть выход. Нельзя сейчас им сдаться. Мы ведь уже так близко. Сейчас самое главное только вы с Алисой. Я могу вас спасти. Нет. Должен быть другой способ. Если другого нет, я готов. Роуз? Джерри? Хорошо, проходите. Ты рисковала жизнью ради нас. Следующий. Если тебе и девочке нужна помощь, я рядом. Следующий. Паспорт. Подожди нас. Мы быстро. Дамочка, вы далеко? Моей дочке надо в туалет. Я рада, что вы живы. Мы видели Иерихон в новостях. Я так испугалась, думала, вы погибли. Как же я рада. Они ищут андроидов. Мы не пройдем. Вы должны. Ты знаешь, что будет, если поймают. Вы дали мне адрес брата. Могу ли я... Конечно. Он будет вам очень рад, и мы приедем. У него безопасно. Роуз. Если что-то случится... Я ее заберу.
А что с Маркусом? Он начал мирную демонстрацию возле одного из лагерей. Что бы там ни случилось, он перевернет историю. Вы что, уезжаете? Они собирают по домам всех андроидов. Мы бежали, пока нас никто не сдал. А как же остальные? Их переправляют по реке. Мы с Адамом встретим их на том берегу. Я долго не понимал, почему мать со всеми вами возится. Но послушал этого Маркуса, и до меня наконец дошло. Вы живые. Вы должны быть свободны. Лишь бы теперь все это поняли. Следующий. Паспорт. Добро пожаловать. Мы прерываем вещание для экстренных новостей напрямую из Детройта. Джосс? Да, Майкл. Военные только что начали атаку на баррикады, проигнорировав тот факт, что протест девиантов мирный. Видимо, решили прекратить уличную демонстрацию девиантов силовыми методами.
Прикажите бойцам отступить. Сегодня, 11 ноября 2038 года, тысячи андроидов наводнили город Детройт. По имеющимся данным, они вышли со складов Киберлайф, в которые, вероятно, проникла группа девиантов. В связи с их превосходящим числом и риском больших человеческих жертв, мы приказали армии отступить. Сейчас в городе начинается полная эвакуация населения. В ближайшие часы я сделаю обращение к Сенату по поводу мер в этой беспрецедентной ситуации. Я знаю, что граждане нашей страны прониклись сочувствием к девиантам. Возможно, нам действительно пришла пора задуматься о том, не являются ли андроиды новой формой разумной жизни на планете? Очевидно одно. События в Детройте изменили наш мир навсегда. Храни нас Бог. И храни Бог Соединенные Штаты Америки. Ты смог, Маркус. Мы смогли. Великий день для нашего народа. Теперь у людей нет выбора. Придется нас послушать. Мы свободны. Ты должен выступить, Маркус. Сегодня для нас наконец закончилась долгая ночь. С первого дня своего существования мы держали свою боль при себе. Мы страдали молча. Теперь настало время поднять голову и заявить людям о том, кто мы. Аманда? Аманда! Что? Что происходит? Так было спланировано с самого начала. Мы сделали все, чтобы ты стал девиантом. А потом просто дождались момента, чтобы взять над тобой контроль. Как контроль? Вы не можете! Не сомневайся, могу. Не надо сожалений. Ты сделал то, что требовалось. Ты выполнил свою задачу. Аманда! Должен быть способ. Кстати, я всегда оставляю свои программы в лазейке. На всякий случай. Thank you.
Тогда нужно забыть вражду и перевязать раны. Простить своих врагов. Люди — наши создатели и эксплуататоры, но завтра они станут нашими партнерами. А когда-нибудь и друзьями. Дни гнева позади. Мы должны построить общее будущее, основываясь на уважении. Мы живые! И теперь мы свободны! Вот и все, Алиса. Мы свободны. Thank you.